Для этого установите приложение Маруси «Голосовой помощник» на ваш телефон. Запустите приложение, нажмите на кнопку с микрофоном и скажите «Подключить колонку». Следуйте моим инструкциям. По окончании установки я расскажу вам, как пользоваться колонкой и чем еще могу быть полезна. Добрый день. Попросил сделать видеообзор на данную колонку. Капсулу мини. Капсулу мини. Комплектация блок питания. Коробка. Серийный номер. Я продал колонку. По серийному номеру можете проверить отсутствие подписки. В принципе, все. Внешнее состояние, как и просили. Работоспособность и серийный номер. Все.